57 миллионов 662 тысячи рублей. В Чувашии в рамках дела о банкротстве компании «Алза» названа рыночная стоимость одного из недостроенных домов в Чебоксарах по проезду «Соляное», сообщает информационное агентство «Регнум». Речь идет о долгострое в районе Прибрежной. Его начали возводить еще в 2015 году, а в этом включили в реестр проблемных объектов Чувашии. Оценку произвели казанские специалисты. Стоимость самой стройки, состоящей из фундамента, растверка, частично стен и перегородок первого этажа жилого дома секционного типа, оценили почти в 41 миллион рублей. Еще 16,5 миллионов стоит земельный участок, на котором ввели строительные работы, площадью почти в 6 тысяч квадратных метров. Оценка была необходима для того, чтобы понять, как выгоднее будет поступить – найти нового подрядчика и достроить объект, либо просто вернуть деньги долевикам из Фонда защиты прав дольщиков. Решение этого вопроса намечено на июль. Его должны будут принять на заседании наблюдательного совета Фонда долевого строительства, сообщили нам в Минстрое Республики. Напомню, что на средства фонда в этом году должны достроить позицию 6 по улице Гражданской и позицию 83 по улице Калинина. На эти цели выделят больше 380 миллионов рублей. Объекты планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.